Осечка. Давай! Он спалит кон. Купил пылесос вот у этих вот ребят. Я, конечно, понимаю то, что я в Татарстане живу, все дела, да, но когда вот я его распаковал и поставил на зарядку вот так вот. Я, конечно, немножко был шокирован. Сначала я испугался. А потом я решил контейнер достать. Я в шоке просто. Я не привык к таким вещам, конечно. Понимаю, если он по-русски разговаривал, но... По-татарски. Короче, вот не знаю, то ли вот этот митрант виноват, то ли китайцы в Китае что-то перепутали. Встретил такого вот малыша. Я не знаю, откуда он убежал. Но он сейчас, короче, спит и лежит на моих руках. Каждый день я не мучаю, я каждый день одно кино. You are better than I remember. But still predictable. Predict this.